Конечно, естественно, к самой песне и таланту человека, если просто добавить жизненный опыт и понимание, о чем ты поешь, получается то, что вы сейчас увидели и услышали. Вот и все. Дай Бог каждому. ТДЛ. Я прошу прощения, что подсматриваю бумажку. У нас Алена Петровская, Лена Хрулева, все просто. Кайрат Примбердиев, Бишкек, Киргизия.
Леночка, я поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы вы всегда цвели, так же, как и сейчас. Желаю вам неиссякаемого творческого, творческих удач, всего наилучшего. А также, уважаемые друзья, пользуясь случаем, я хочу вам передать огромный привет и поздравления от народа Кыргызстана в честь замечательного праздника, в честь снятия блокады Ленинграда с праздником вас. С днем рождения вас! Душевности, совершенно вот национальности, понимаете, да? Спасибо вам за приятие. А сейчас я спою сама, я спою песню. Просто я буквально спою одну песню, и опять потом начнется. Смотрите, запомните мои слова. Приходит сегодня вечером, я не знаю, кто там что вечером ночью делать будет, но попомните мои слова. 90% ляжете в постель на голове. У меня 3 месяца в голове вот так. Ну ладно. Василий! Я сейчас спою песню, очень простую, очень давно мною неисполняемую. Люди, которые знают меня уже по 15 лет, всегда просят эту песню. Маленькие аплодисменты. Знаете, почему маленькие аплодисменты людей, которые знают меня всего 15 лет? Я скажу вам почему, потому что их, конечно, было больше, но просто остальные не выдержали и ушли из моей жизни. Крепкие остались с таким характером. Эту песню я посвящаю своей бабушке Надежде Георгиевне Журавель. Жемчужные души. Бабушка, это тебе песня. Моя мама, все
Внучка бабушки вообще ничего не смыслит. Но дура, что я знаю все наперед. И вообще, я ни черта не понимаю в жизни. Но для бабушки она хорошо поет. Хорошо, что она не поет. До следующего концерта, бабушка. До следующего концерта. Мы должны 90 лет моих праздновать. Браво! Что тот, кто подарил из семьи, розы в семье уже уйдут. Бабушка, я тебе их в целости и сохранности передам. Спасибо большое. Поздравляю тебя, добрый вечер всем. Куда? У нас маленький букет, но от души. Моя бабушка всегда говорила, мал золотник, да дорог. А сейчас на эту сцену я приглашаю нашу уважу. Нормально, нормально, я не только пишу безграмотно, я еще разговаривать не умею.